В Дагестане 31 декабря объявлен нерабочим днем. Соответствующее распоряжение подписал в РИО главы региона Сергей Меликов. Рабочий день перенесен на субботу 26 декабря. Напомним, что ранее Владимир Путин рекомендовал главам регионов официально сделать 31 декабря выходным. При этом глава государства отметил, что в течение 2021 года подобное решение можно будет принять уже на федеральном уровне.